have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Оладушки. Мы собираемся отпилить голову дровосека. Спасибо вам огромное за то, что указали на эти синие стрелочки. На самом деле, это чертовски логично, но почему-то я их раньше не замечал. У нас же, да, есть чем отпилить, отрубить. Так, голова у нас получена. С другой стороны, я так понимаю, что квест на вторую голову мы полностью запарываем, потому что туда нужно идти утром. У меня есть утреннее сохранение, если что, я, возможно, это когда-нибудь сделаю, мне хочется посмотреть. Опять же, насчет ключей, спасибо, написали, нужно два ключа. То, что я сейчас хочу сделать, я хочу сейчас пойти в бункер и попробовать... Некоторые вещи. Я голову отпилил, на самом деле, сейчас больше на камеру, потому что я уверен, что мне придется загружаться. Но дело в другом. Во-первых, хотел просто показать, что я понял. Да, спасибо, я понял. А во-вторых, оставившему коммент, что я фанатично продолжаю ставить неправильные знаки. Чувак, спасибо тебе огромное, поржал. Это было весело. На самом деле, смотрите, что происходит. У меня по этой игре вы пишете кучу инфы, просто реально кучу инфы, и я пытаюсь... Так, кстати, тут у нас прям кукуха быстро ехала, если я правильно помню, надо быстренько сейчас ходить. Так, на этот раз мне будет так же вести, как в прошлый раз? А, фиг, он пустой. Ну, хотя бы утиную ленту взяли. Так вот, эта инфа, она накладывается друг на друга, и кусочек ткани, видимо, кровотечение останавливать. Я не всегда могу запомнить то, что вы мне пишете. Моя вторая проблема сейчас заключается в том, что я временно без второго монитора. И мне, чтобы читать... Да, вы скажете, типа, ну открой на телефоне тогда комментарий, это же просто. Да, на самом деле все просто, но... Не знаю, у меня такое ощущение, что если буду прям дотошно вчитываться, я и так читаю ваши советы, я пытаюсь сделать то, что вы говорите, пытаюсь балансировать между тем, что вы хотите и что я хочу. Если я буду читать, делать все прям до буковки так, как вы пишете, да, я понимаю, что, возможно, вам от этого будет приятно, но, с другой стороны, это уже тогда будет не мое прохождение. Вот, и... Ну, ребят, есть вики по этой игре, есть, я уверен, что другие прохождения, и вы здесь не потому, что я лучше всего прохожу эту игру, вы здесь, осмелюсь предположить, потому что мы неплохо вместе проводим время, я играю, вы смотрите, нам вместе весело. Это происходит не потому, что я тот человек, который проходит идеально, ну, блин, тут же я не выломаю, да? Блин, она же у меня покалечена, я забыл. Да, эту дверь я не выломаю. Вот, поэтому давайте сойдемся на том, что вы пишете. Вы реально очень много комментите к этой игре. Я вам благодарен. Спасибо, мне интересно играть с некими подсказками и намеками. Но все же, я тут только что был, я пока с вами трендю, я запутался. Куда? А, мне сюда, наверное. Ну, вот я уже начинаю бояться. Шляпа этого поца там, да? Так, давайте мы, может быть, немножечко подхилим. А чем у нас хилится? Блин, а у меня так-то... Mind 50. Hunger. У меня есть... Минуточку, а трубку я тут нашел или нет? Да, трубку я тут уже нашел. Давайте... да... По очереди сначала ты. Теперь так, так, так. И вот так, Абелла. В общем, я сейчас попробую тут немножечко полазить. Насчет ключей я понял. Я хочу попасть в город. Но у меня есть супер план. Скажите мне потом, если он был хорош или не очень хорош. Мой супер план заключается в том, что я попробую пройти через подземелье, через шестой, через седьмой, через шестой. Там, через этих лезвоголовых... Попробую пройти к доктору. Я хочу прийти к мэру, когда нас будет трое. Тогда у нас будут гораздо лучше шансы. Пилите, Шура, пилите. Они золотые.
Чак-чак. Это еда вроде. На-на-на. До свидания. А он меня будет тут подстерегать, да? Он меня не пропустит. Ну хорошо, придется с ним драться. Короче, ребят, я не знаю, как сейчас... Да-да-да. У меня степень голода! Ах ты ж тварь! Я сейчас буду слабее бить из-за этого. 120! Это вообще ни о чем, кстати, 120. Кровотечение, заражение, все, что только можно. Мне кажется, я не хочу проводить этот бой. Еще туда вколол какую-то фигню. Надо рев было проводить. А у него еще и оглушение. О, оно промазало, хорошо. Так. Ну, рев мне даст двойной удар. Короче, этот бой в любом случае уже проигран. Давайте так. Рев. 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 Только сейчас я ему эту руку отбил, наконец-то. А, у него еще и пистолет есть, красота. Это смешок был сейчас. Оно просто стреляет, стреляет. Ну что, у меня оглушение, да. Он меня очень легко укатал. Ладно, ребят, давайте тогда... Чувствуешь укол иголки в свою... Погодите, он меня, кстати, еще ни разу не убивал. Давайте посмотрим, что будет. Туннель номер 5. Голова болит. Та-та-та-та-та. Тело чувствует, как медленно восстанавливает. Я связан. Цепочка привязана к лодыжке. Типа я на цепи. Я считаю, что на этом можно загружаться. Чё, блин, извините? У тебя был крутой оргазм, и ты отключился. Я не собирался эту серию вставлять. Чё, блин? Но я один. Меня это не устраивает. Лучше бы он меня просто типа... А я назад уже идти не могу. Я могу только вперед идти. Ладно, давайте посмотрим, что тут есть. Тут есть киношка. А если бы у меня был фильм, я бы мог его тут проиграть. Я тут уже как бы проиграл игру, но ладно. Нет, знаете, ладно, загрузиться я и так загружусь, но, ну, то есть... Просто это новый контент, этого еще не было. Armguard. Так, может мне подлечиться бы, кстати. Да черт с ним, я же говорю, все равно буду загружаться, хочу посмотреть, что это. Пятый тоннель, это на один тоннель глубже, чем мы были, по-моему, потому что мы были в шестом. Металл, болт... Я тут что, сталкера сейчас косплеить буду? Погодите. Вы же сказали, что типа, если проиграть этой штуке, то... Нет, ну слоник не должен появиться, потому что он механика как минимум убил. Ага, есть какое-то место там, текстурка, через которое я не могу пройти ни в ту, ни в другую сторону. А, чудные дела. Собирались посмотреть, как будет вперед, а они мне показывают, как будет назад. Ну, в смысле, металл, да-да-да-да-да. Мне сейчас интересно, что меня убьет и куда я вылезу. Погодите, а я сейчас разве не к доктору вылезу? Да. Значит, мне это не надо. Значит, мне это не надо. Все, ребятушки, давайте тогда я пока остановлю запись. Встретимся там, где надо. Постараемся. Так, ребятушки, от тех двух придурков я сбежал, кстати, от чувака, от психодоктора тоже можно сбежать, пока он отпиливает голову, там можно проскочить. Если проскочить, потом взять топливо, то он, в принципе, не успевает тебя тронуть, а потом там есть дверка внизу, я без понятия, куда мне идти, к сожалению. Я сейчас опять загоню себя в какой-нибудь угол. Здесь я просто еще не был. Морковка. Туда я пока идти не хочу.
Там торчит эта фигня. Вы сказали, что тут от всех монстров можно сбежать. Я вижу, в прошлый раз я сам лично загнал себя в угол, признаюсь. Мне сюда? Пирожочек. Люгер. Ты без понятия. Ну все, вот я опять загнался. То есть все сундуки здесь это ловушка. О, оно маленькое, погоди. Ну, давай вот так попробуем. Реп, пожалуйста. Промазал по голове, конечно. Не откусывай мне ничего! Но она вроде без кровопотери. Надо было ревнуться, черт. Все. Она теряет кровь. Сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать. Отпилить голову? А зачем нам его... Ладно, пилим сейчас все головы, потому что у нас тупо есть человек, который их коллекционирует. То есть, как минимум для этого обыскать ничего ценного. Есть ли мне чем перевязаться? Items. Нет, минуточку, это должно быть в healing. Табак. Максимальное здоровье на 5%, неплохо. Но мне нечем ее перевязывать. С другой стороны, вроде как... Что это за дверь и чем мне с ней делать? Погоди. Мистическая орнаментная дверь остается закрытой. Могу ли я ее открыть? Красный цветочек. Рагу. Покопать его, ну-ка. Жемчужина цвет этого. Так, хорошо, давайте в другую сторону сходим. В принципе, если что, я сюда потом заново могу дойти. Вот здесь можно наверх. А, возможно, мы тут сможем выбраться. О! Погоди. А кто это? Ременский лейтенант. Вы выбрались и выжили? Я полагаю, вы нашли ключ от городских ворот? Да-да-да, вот этот. С орлом. Хорошо, хорошо. Я бы сам его достал, но... Никогда не знаешь, что там лазит в этой темноте. К тому же фестиваль только в начале, я не хочу делать ничего рискового пока что. Так, сейчас, секунду, ребят. Ага. Теперь я понимаю, что вы можете быть... что вы урезоненный человек. Вы можете, пожалуйста, открыть ворота? Мне нужно кое-чем еще заняться. So, we'll be killing you later. I mean, see, убьемся попозже, в смысле, увидимся позже. Блин, а как бы... А что это все было-то? Я уверен, что он знает что-то о тоннелях. Эти туннели должны быть часть большой... как бы большая причина, почему Бременская армия хотела оккупировать город так сильно.
Бременская армия? А? Это же не может быть серьезно. Всего несколько недель назад Восточный Союз и Бремен заключили договор. Ничего серьезного, конечно. Просто окончание Великой войны. Ага, значит, то, что меня в самом деле мучает, какой вопрос, это то, что мир был заключен сразу же после того, как Бремен достиг этого района, города Прехвиля. Глядя на этот туннель, заставляет меня думать, что здесь явно что-то подозрительное. Но мы ничего не нашли для поезда. Ладно. Может, я с тобой похожу еще немножечко. Возможно, что в группе будет побезопасней. Так-то оно так, но мне бы тебе перевязку найти какую-нибудь, а, девушка? Ты что, мне скопытишься нафиг? А если я сейчас обратно спущусь, я куда попаду, извините? Просто забейте. Я попадаю туда же. То есть, я что там, куда-то... Там есть какие-то двери. Короче, ребят, что за двери, я вообще без понятия. Я там куда-то не туда пошел, не туда свернул. Я же, по идее, должен был вылезти у доктора. Я, в принципе, на это надеялся. Ну, по крайней мере, с того, что вы писали. А вот так я даже не знаю. Теперь что делать? У нее кровотечение. Ладно, хоть мы тут всех замочили, но... О, погоди, тряпки. Оторви кусок! Мне бы на самом деле не помешало бы еще что-то открывать течение. Ключ один нужен, чтобы открыть город? Или... У-у-у, привет, чувак. Стараемся выбраться из в старый Прехвиль, не так ли? Что, блин? Nestman... Извините, ребят, я не понимаю, кто в курсе, что это такое? Nestman O'Kaiser. Типа, старина Кайзер заблокировал место, и теперь оно недоступно? А что тут происходит? Все как обычно, ничего не меняется. Однажды дерьмо, всегда дерьмо. Ты, кстати, чувак, голову не хочешь? Не, как я не люблю, когда вот так вот случается. Пролистываешь диалоги, он в ту же попадает. Никто тебя вообще не спрашивал. Бременская армия отрезала город. А, точно они. Я думаю, что война уже подходит к концу. Погоди, это ж ты у меня заказывал голову? Ладно, у меня есть ключ. А, у мэра есть. Ага, я также слышал, что мэр свалил, и у нас есть как раз новый. Как раз у нас выборы. Второй ключ у людей Кайзера. Ну, то есть... Two different padlocks. Одним мы сейчас откроем, второй у мэра, так как вы и говорили, да. Хорошо. Давайте тогда проверим такую теорию. Я сейчас пока что остановлю запись. Мы пойдем к доку. Я думаю, что нам сейчас нужно к доку. Если мы убьем всех... Слабеет от голода. Офигенно. И кровопотеря, и это... Если мы убьем всех... жителей там. Будет ли он... Не то. Пойдет ли он с нами, док? И, в принципе, ну,
С мэром в таком состоянии я сражаться, ну, не могу, наверное. В любом случае, вот это вот кровотечение, которое я хапнул... Ой, а можно я твою голову тоже отпилю? Эй, да. Иди сюда, тварь. Так. В любом случае, я же говорю, там я пошел просто неправильно, и это привело к тому, что... Так, тут тряпочек нигде нельзя разжиться, я бы хотел. Привело к тому, что я получил ранение. На самом деле, там можно было пойти просто сразу вниз и налево, все было бы типа нормально. Давайте тогда пока тут остановимся. Ну, продолжим... Тут же у нас уже никого не будет, он уже сбежал, да? Да, вроде. Продолжим, когда будет какое-то развитие событий. Кстати, ребят, интересный момент. Давайте попробуем ему голову дровосека отдать. И все? То есть, получается... Куда он ее хоть повесил? А, вон, вижу. Вот она. Прямо надо мной сейчас. Кстати, ну... Доктора, кстати, тут сейчас уже и нету. Я только сейчас это понял. Черт. Я вообще надеялся получить сегодня третьего союзника для того, чтобы... сразиться с мэром. Третьего союзника я... Ну, но мне его критически не хватает, понимаете, в чем прикол? Вдвоем. Ну да, вдвоем я убиваю мэра, но я теряю тогда Абеллу. Я не уверен, что я хотел бы ее терять. Ой, яйцо. Ой, чувак, мы тебя еще не убивали тут, серьезно? Ладно, давайте посмотрим, что будет дальше. Я что-то... Оно все у меня немножко рассыпается. Я сейчас из-за того, что растерялся, ногу и руку получил. Ладно, подождите. Ладно, кстати, прикол. Я сейчас нахожусь на 5-м этаже. Я забыл, что Абелла у нас-то умеет взламывать замки. Я тут сейчас с ней, а не так, как в прошлый раз. И вроде как у нас даже есть электричество. Уже не знаю, потому что мы тогда подали питание или... металлолом. Или уж как-то получается. Тут дверь открывается изнутри. Лесенка. Давайте полазим немножко, посмотрим, что здесь. А, погодите, это случайно... Да, это канализация. Мы ее вроде как находили. Стойте, а мы разве не... Это как-то... Я трачу 2 хпшки за это, за ход. Мы же здесь были, да? В прошлый раз. Тогда подождите, вернемся позже. Ну, короче, да, там проход в канализацию, а ну, комната с проектором, в которой я только что был. Я там нашел ожерелье, которое дает защиту. А что-то тут я больше никуда и не вижу, куда мы можем пойти. То есть тут проход только в ту сторону, направо, а налево, если мы идем, то мы приходим только к канализации. Давайте еще посмотрим, что тут можно найти. Ну, в общем, смотрите, я убил все, что здесь есть, кроме вот одноногого перца. Но так понимаю, что его атаковать не получится. Этого мы все равно сюда уже доставили. Одного из них, второго. Видимо, надо доставлять с утра, или уж я не знаю, что с ним будет. Я сейчас попробую выйти, но мне кажется, док со мной не пойдет. Это так не работает. Хотя я хотел бы, конечно, чтобы он со мной пошел. Мне нужен третий. Уже уходите? Да? Я посмотрю, что я могу сделать для этих людей. С вами позже встречусь. А стоит ли разделяться? Наверное, нет, но мне нужно продолжить исследовать эту болезнь. Осторожнее там. Где я могу его теперь встретить?
Вот в чем прикол. То есть он ушел, давайте я заново исследую эту деревушку сейчас по-быренькому. Ну, просто тут уже одни трупы. Я не знаю, где я могу еще раз встретить Дока, так чтобы он со мной пошел. Мне отчаянно нужен третий человек. Для того, чтобы без... О, вот они, кстати. Дан, правильно? Что думаешь, может причинять это болезнь? До сих пор думаешь... Минуточку, мы это уже читали. Ну-ка, подождите. Я почему-то попробовал напасть на нее. Я не знаю, наверное, это была ошибка. Посмотрим. Я практически уверен, что она меня сейчас убьет. Ай. Стоп. Ревап. Надо отбить ей руки, если получится. Да. Ослаблено, в смысле ослаблено. Давай ногу ударю. Отлично, руки, ноги отбил. Чем они продолжают драться каждый раз, когда это происходит? О, голова наконец-то уязвима. Бесконечную душу получили, отлично. Обыщем ее. Миллиметровые пули, люгер и пилотский джекет. Голову? Голова никогда не помешает. Голова Карины, как трофей. А я теперь с Доком не могу поговорить. Но, короче, дело-то в другом, что у меня нету хилок, чтобы подлечить Абеллу. Давайте я сейчас схожу в особняк, если я в особняке найду... Видите, а где особняк находится? Ну ладно, сейчас поищем. Если я в особняке найду какие-нибудь хилки или что-то такое... Я на самом деле в прошлый раз провтыкал. У меня же есть, грубо говоря, оружие. У меня же есть и огнестрелы, всякое такое. Да, я не очень хорошо им владею, но он у меня есть. Я же могу напасть на мэра именно таким образом. В общем, смотрите. Получить ключ солдата в подземелье довольно легко. Получить ключ мэра, вот в чем проблема, мне кажется. Вот мы сейчас входим в особняк. Сейчас немножечко тут посмотрю вокруг. В общем, эта серия у нас вообще полностью будет состоять из нарезок таких. Я вообще-то думал, что сегодня я открою ворота, и мы пойдем внутрь, но сейчас у меня уже такая мысль, как бы мне, в принципе, хоть бы до конца серии эти ворота-то открыть. Да-да-да-да-да. Я тебя понял, свали. Тут у меня же все обыскано уже, да? Или тут, в принципе, ничего уже не будет, я не понял. Давайте посмотрим. Ничего не осталось, ничего не осталось. Какая красота. То есть вы мне предлагаете с ним файтиться? Можно, конечно... А если не оскорблять его еду? А если не оскорблять... Ну, давайте попробуем. На самом деле, в прошлый раз я говорил с ним... Блин, я зажег свечки, я молодец. Я говорил с ним честно, а вот если на этот раз говорить с ним, ну, не честно, а говорить то, что он хочет услышать. Вот, да, вы двое... Давайте нападем на него. Я уже чувствую, что это ошибка, знаете, пришел такой поговорить с мэром. О, сектант. Ревап.
Нет! Он ее моментально просто рипнул. Хэд. Не угадал, Тейлз. Хватает меня за горло? Он меня убил, да? Теряю сознание. А, погоди. Сегодня он... Серия таинственных смертей, блин. Ай, ноги отрезали и повесили на крест. Ай. Просто, знаете, 500 способов умереть. Продолжайте умирать. Никак не можешь отбросить идею. Ноги. Чувствуешь головокружение, легкость. Должно быть, это все для тебя. Описание смертей тут, конечно. О, чувак, привет. О май. Все, что можно сказать по этому поводу. Давай-ка мы тебя спустим, дружище. Смотри, тут не так уж и много, но, по крайней мере, я тебя перевяжу. А, они уже вернулись? Послушай, я устрою диверсию, чтобы отвезти их, этих людей, куда-то еще. А тебе нужно пока что выбираться. Вот твоя одежда и снаряжение. Быстро одевайся. Я знаю, много прошу, но постарайся, хорошо? Позже тебя найду. Просто попробуй прожить до того момента. Да. Ладно, я пошел, пока. Это какой-то новый уровень сложности? Что за фигня тут, извините, происходит? Ладно, я тут уже всех понаубивал, и по идее мне тут уже ничего не угрожает. С одной стороны. С другой, конечно же, стороны... Ой, я одет во все, у меня 30 хпшек, я красавчик. Я практически был уверен, что это смерть. Черт. О, крыса. А я даже, ну, то есть, да, он меня позже найдет. А что мне сейчас делать? Ну, типа... Ну, окей. Я могу им головы поотпиливать. Зачем без ног? Зачем без ног ему лишняя голова? Короче, ребят, ладно, это загрузка. Давайте увидимся позже. Так, секунду, ребят. Я на минуточку проскользнул мимо того монаха и спустился в подвал. Паприка. Лаванда. Уж не знаю, насколько это подвал, но типа... Ключ от поместья. Сундучком не повезло. Тоска, печаль. Заблокировано стульчиками. Что мне дает? Ключ от поместья дает мне проход ко всем дверям. Блин, там сейчас отутырок будет, да? От него не сбежать. Я, в принципе, шел с ним подраться, но... Давайте ему... Хотел сказать, хоть одну руку снесу. Так, погоди, ревап надо. Тоже так умеет. Мне это не нравится. Так.
не можешь держать ли одной рукой, мне руку снес. Но мне придется вот так вот с ним драться, потому что... А ты пока... Давайте третий ревап на ней наберем. Погоди. Не-не, файт. I equip. Weapon. Officers. Давай вот это вот. Хорошо, что во время боя это можно делать. Да, я теряю на этом ход. Так, хорошо. Ревап. Ревап. Атаковать. А ты? Ревап. Одну ногу отрубаем. Вторую ногу отрубаем. Отлично. Ай! Больно же, тварина. Да, я потерял руку. Да, это отвратительно. У меня кровотечение. Камень души. Голова. Вот что мне интересно. Что будет, если я сдам этот квест? У меня теперь есть две головы. Ты теряешь рассудок? Да, да, я знаю. Давайте food. Не, погоди. Это в healing. Вот так вот сейчас сделаем. Кровотечение. Да, на самом деле насрать. Потому что сейчас не про это. Я, если что, вернусь сюда. Не, чувак, я сегодня не буду чертить, извини. Я... Можно открыть. А, вот что. Тут можно отдохнуть. Тут можно кучу всего сделать. Ключики-то, он же потом еще подойдет под разные другие двери. Это я точно помню. Там, потому что дверей было очень много. Куда мы можем... О, нет. Нет, я не сюда, не хоть... Я не хотел, я хотел пойти с... Я хотел стать... Убеги, пожалуйста. Промаж. Ага, сейчас. Что это был за... Что это был за страшный удар? Вы чё? По-моему, такого говна в прошлый раз не было. Что это за... Погодите. Хватит меня убивать сегодня, достали! Ладно, ребятушки, смотрите. Есть такая... Не то, что поговорка, есть такая... Так... Когда говорят, что если бургер должен становиться больше... то он должен становиться шире, а не выше. К чему это я? У меня такое ощущение, что игра у нас расползается как-то очень уж сильно. Это уже 125-миллионная серия по этой игре. Да, я понимаю, что каждый раз я хожу и вижу какие-то новые вещи, я их пытаюсь вставлять все новое, все, что я вижу, но... Это не изменяет тот факт, что мы с вами до сих пор на чертовом обеде чертового первого дня. И мне кажется, что таким образом игру мы, в принципе, никогда не пройдем. Давайте так. Пойдя туда и пойдя сюда, увидев тут и увидев там, это, конечно, все здорово и круто. Но что я предлагаю? Эта серия у нас получится немножечко покороче, во-первых. Во-вторых, к следующей серии...
Я за кадром, что я собираюсь сделать? Я собираюсь, во-первых, попробовать несколько возможностей. Во-первых, я же говорю, то, что я собирался сделать вот сейчас. Нужно будет пойти убить монаха в комнате мэра, в особняке мэра, собрать вторую голову и посмотреть, что будет за сдачу двух голов, то есть головы лесоруба и головы вот этого монаха. Я это сделаю за кадром. Потому что я не знаю, сколько у меня попыток уйдет. Смотрите, в чем прикол. Когда я сажусь записывать, у меня время ограничено. И я уже объяснял про сам Фиренхангер. Это же, по сути, тот же самый Фиренхангер. Проблема этой игры в том, что я сажусь записать часочек геймплея, а у меня на это уходит 2-2,5 часа из-за вечных загрузок, переигрышей, разных вариантов, разных случайностей. Я не могу, ну, по крайней мере, не всегда могу себе позволить такую роскошь, потому что, ну, как бы, наверное, для вас это будет неожиданностью, но у меня еще и жизнь есть, кроме канала. Вот, и так уж получилось, что у меня сейчас одновременно и Фиренхангер, и Термина, и тот на записи, они просто чудовищные поглотители времени, поэтому у меня есть условное время под запись и условное время вне записи. Вне записи. Вот я вам сейчас говорю свои планы. Я пойду, во-первых, посмотрю, что дает квест сдачи двух голов. Во-вторых, я понял, что ключ из подвала я могу достать без дэмэджа, без урона. Поэтому первым ключ я буду доставать у мэра. Если я достану ключ у мэра, не если, а когда я его достану с максимально выгодным для себя результатом, без потерь или с минимальными потерями, потом я сбегаю, схожу за ключом у солдата мертвого в подземелье, потому что туда можно пройти без дэмэджа. Ну и, в общем-то, получается, у меня будет два ключа от города. Я хочу попасть в город. Также есть такие легкие непонятки, как мне получить доктора, чтобы он со мной ходил постоянно, потому что мне нужно хотя бы третий человек в команду. Это критично. С двумя людьми в команде я сейчас мало что могу сделать. Да, мы немножко зачистили старый город от чумных, от всякого этого, но, блин, каждый файт мне очень дорого стоит. Вы говорите, что типа если пройти через седьмой уровень подземелья, через шестой и выйти через пятый, то там меня будет ждать док. Да, как бы. Но, черт побери, док не хочет уходить из этой чертовой деревушки. Если не док, вон та девчуля, с которой я сегодня, которая в меня стреляла, ее можно завербовать? Не можно. Я понимаю, что меня будет ждать солдат, когда я зайду в город, но для этого нужно убить мэра. Я хотел бы все-таки убить мэра с третьим человеком в команде, и так было бы гораздо проще. Какой-то чертов замкнутый круг. Короче, все, ребят. Я сейчас серию заканчиваю. Я уже и так трендю тут очень долго. За кадром я, во-первых, попробую сдать квест с двумя головами, во-вторых, попробую пройти мэра с максимально выгодными для себя ситуациями. Если вы что-то мне напишите к этой серии, я попробую это исполнить. Опять же, это все будет за кадром. Нужно как-то ускоряться, потому что мы топчемся на месте. Я не знаю, тут люди делятся на две категории. Те, кто готовы смотреть абсолютно все, что угодно, и те, кто хотят посмотреть новенького. Я, пожалуй, и в первой, и во второй категории, но учитывая то, что я все-таки делаю на запись, я бы все-таки посмотрел бы что-нибудь новенькое. Все. Будем закругляться. Пишите, что вы думаете, что, как, где. С удовольствием почитаю. Комменты у вас просто огонь обычно. Мне нравится. Много деталей, много всего тоже интересного. Вот, короче, смотрите, я пока что обозначил вектор. Я хочу двигаться дальше, но я хочу двигаться дальше максимально эффективно. Все, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, всем добра, бобра. Всем ладушек, всем покеда.